Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games, и сегодня я сделаю такой интересный обзор, это как нам настроить эмулятор игры Legend of Zelda. Данный эмулятор, он от Nintendo, то есть игры Nintendo. Я сам недавно сделал стрим и столкнулся с такой проблемой, как нам настроить именно и запуск игры, и именно раскладку на клавиатуре. Раскладку на клавиатуре, привязку кнопок. Ребят, я вам сейчас не буду, дофига рассказывать. Я просто кратко расскажу, вот что именно нужно для того, чтобы просто поиграть. Если кому-то будет интересно, оставляйте комментарии. Смотрите, ребят, для начала мы с вами скачиваем игру, то есть устанавливаем, переходим в сам эмулятор, за счет которого будем мы сейчас запускать ее. Смотрите, в настройках самое важное, это вот именно full screen, это в окне в полноэкранном режиме. И остальное я вообще не трогал, потому что я и не лазил, у меня все на автоматически, то есть мне довольно-таки все устраивает, и я играю, то есть мне там ничего не надо. Ну, опять же, говорится, кому-то интересно, разберем. И, ребята, настройка раскладки на клавиатуре именно для PS. Я вам сейчас покажу на своем примере. То есть вы сейчас, давайте сделаем так, вы внимательненько сейчас посмотрите. Мы разберем, как кому кнопки к чему привязаны и какие действия. Потом вы уже сами будете отталкиваться от них и ставить то, что как вам удобно. Смотрим и запоминаем. Ну, также ставим вот, ребят, вот это вот. Строчка у нас. Начнем с первого. Это правая сторона клавиатуры. Это на стрелке вверх, вниз, вправо, влево. Стрелочка вправо. Первая идет, ребят, это прыгать. Стрелочка влево. Стрелочка вправо — это действие. Извиняюсь, ребят, действие, то есть использовать. Стрелочка влево — это прыгать. Стрелочка вниз — это убрать оружие. Стрелочка вверх — это достать оружие, наносить урон. Ну, удары. Дальше, первое, это достать руну, которую мы будем использовать. Руна — это типа скилла что-то. Вот. Попозже я вам покажу. Стрелочка 3, ребят, стрелочка 3. Это у нас достать оружие, быстрый доступ к оружию. Дальше у нас, почему не с Q, потому что перенесемся вправо, Shift. Shift, ребят, угол обзора на клавиатуре — это снизу вверх. То есть будет у вас обзор, он понадобится для того, чтобы использовать какую-нибудь руну там. Потому что в некоторых моментах бывает, что мы не сможем использовать руну, потому что надо будет сделать правильный угол обзора. Дальше Q — это убрать угол обзора в то направление, куда смотрит ваш персонаж. Ctrl — это у нас меню доступа нашего к нашему. Alt — это у нас карта. Вот, и Backspace — это у нас присесть. Ну и как всегда, у нас WSID — это вперед, вправо и влево. P и O — быстрый доступ к оружию, ну, к инвентарю оружия. Так, ну начнем, ребят. Сохраняем, загружаем. Так, закрываем. Расставили, все, не забываем. Вот, это у нас раскладка, геймпад на клавиатуре, ребят. Закрыли мы все. Заходим, сейчас загрузим мы, ребят. Это, так понял, инсталляция с дополнением, с каким-то. Ну, я не лазил, я загрузил, вот, ребят. Обычно куда скачал, открыл, вот это именно нам надо зайти вот в эту папку, куда вы скачали. Заходим, еще раз заходим вот именно вот в этот файл, который сейчас, ребят, вот только что был. И открываем. Хочу вам сразу сказать, ребят, не пугайтесь, первая загрузка будет долгой. Это будет загружаться в ваш игровой мир, именно вот этот эмулятор. После, в дальнейшей загрузке будет у вас, ребят, происходить очень быстро. То есть, ну, смотря у кого же, опять смотря у кого. Вот. Так. Ну что ж, сейчас у нас загрузится. Я сейчас не буду. Сделаем, давайте, в окошко. Где наш он? О, как видите. На Escape мы. Вот так. Сейчас загрузится, немножечко будет подлагивать. Я вам сейчас, как и говорил, расскажу о значении клавиш, которых мы сейчас с вами разбирали. Быстрый доступ, чтобы вы быстро адаптировались к игре и понимали, что к чему и какие где действия. Потом я вам хочу сказать, когда вы более-менее поймете, вы просто расставите по-своему, но вы будете знать, для чего, как, какие кнопки нужны, и чтобы вам зайти в инвентарь, зайти в карту, зайти поменять руну, использовать что-то, либо
выйти либо сохранить, ребят, игру. Сейчас ждем, еще маленько, еще недолго осталось. Что-то мне этот эмулятор напоминает, когда-то я скачивал себе на компьютер тоже только Sony PlayStation 2, что ли, по-моему, или один. Можно было тоже так же скачиваешь, запускаешь, скачиваешь файлы с играми, запускаешь через этот эмулятор. Эх. Так, ребят, смотрим. Нажимаем. Использовать, загружаем, использовать это как я и говорил, кнопка правой стороны, это кнопка вправо, стрелочка вправо. Загрузить. Ждем, когда загрузится. Я насчет мыши я не настраивал. У меня все управление, все на клавиатуре. То есть все, мыши здесь вообще никак не касается. Только на клавиатуре. Смотрим, ребят. Сейчас загрузится, ребят, грузится. Грузится. Так, ребят, смотрим. Вот. Бежать вперед, назад, вправо, влево. А угол обзора меняем в том направлении, в каком мы будем смотреть. Повернулись сюда, нажали на Q, поменялся угол обзора. А, смотрите, Shift. Это, как я им говорил, чтобы применять какие-то руны, вам понадобится делать правильный угол обзора. Вот. А, нажимаем на Q, он обратно возвращается. Так, быстрый доступ. Вот она руна, ребят. Руны нам нужны будут для того, чтобы использовать, либо отодвинуть, как руну взять, чтобы магнит, чтобы отодвинуть, либо заморозить, либо установить время. Кнопка 3. Быстрый доступ к оружию. Также, как я и говорил вам, к О и П мы можем здесь выбирать. То есть, вот оно. Дальше. Что я вам еще хотел сказать? А. Альт. Alt, это у нас карта. Нажимаем, перешли в карту. Перемещение по карте. Это у нас, как обычно, вправо, влево, вверх, вниз. Поставить нам, не то, извиняюсь, ребят. Поставить нам, ребят, какую-то метку. Так, и не то, извиняюсь, сейчас я уже просто сам забыл. Поставить нам метку, ребят, нажимаем действие. Если нам метка не нужна, нажимаем наоборот, стрелочку вправо, влево убираем. Дальше выбрать руну. Нажимаем в режиме карты букву Q. Здесь мы выбираем руну, ту, которая нам понадобится. В игре вы там сами потом сообразите, для чего она нужна будет. Ну, то есть поймете. Вот, выбрали руну. Нажимаем, чтобы ее выбрать, нажимаем стрелочку вправо. Вот, не запомните, вправо это не W, а вправо стрелочку. Это еще у нас на клавиатуре. Все, взяли, что нам нужно, нажимаем на E, оно выходит в карту. Выйти из карты мы нажимаем, ребят, на Q, он выходит. Вот, в режиме меню, режим меню, Ctrl. Вот он. Чтобы выбрать какой-то предмет, чтобы использовать перемещение, ребят, ID. Использовать как кнопочку, как я и говорил, стрелочку вправо. Снять, взять, переместить. Так, чтобы нам узнать задание в режиме Ctrl, ну, то есть зашли в меню, нажимаем буковку Q, и также у нас заходит, и мы тут видим, что нам надо сделать. Когда я по, ну, то есть вот наше задание. Вот, чтобы нам выйти отсюда, нажимаем Е, он выходит опять в режим меню. Давайте еще раз, я просто, ну, не подумать, что я как бы повторяюсь, чтобы основные моменты были. Так, Ctrl меню. В меню выбираем, как я вам говорил, вперед-назад W, I, D, выбираем стрелочкой вправо. Узнать задание на Q, выйти задание на E, выйти с меню, нажимаем Ctrl. Еще раз нажимаем, еще раз бывает не сразу выходит. Карта Alt, выбрать нам руну, нажимаем в режиме карты, нажимаем на Q, выбираем,
передвижением А и Д и использовать стрелочку вправо. Выходить из карты, Ctrl нажимаем. Вот. Q. Режим обзора, ребят. Довольно-таки я не скажу, что это кажется, а, блин, заморочка. Нет, это нифига не, это все просто. Так, прыгать влево, достать оружие и биться. Это у нас стрелочка вверх. Вот, ребят, использовать стрелочку вправо. Вот. Ну что ж, ребят, я вам рассказал. Хочу напомнить, что это я рассказал про ту раскладку, которую мы с вами вместе настраивали сейчас при запуске этой игры. Так, ну кому, ребят, это помогло, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Кому-то какие-то вопросы возникают, пишите вниз под видео или мне пишите, будем по мере возможности их разбирать. Вот. Ребят, ну всех хочу поздравить с праздником 9 мая. Вот, всем пока, с вами был Дукит, канал World of Games. Играйте только в хорошие, добрые игры, ребят. Всем покедово.